Приветствую вас, дорогие дамы и господа. Этот ролик по серверу смотрим, да, будет чисто с розыгрышем, а конкретно с итогами розыгрыша на 8 миллионов рублей на третьем сервере смотрим, да. А, два места по 4 миллиона рублей я сейчас разыграю. Ссылка на конкурс в описании. А, там нужно было просто поставить лайк на тот ролик с розыгрышем, подписаться на мой канал, если вы не были подписаны, и написать как минимум один комментарий, в котором нужно было именно указать свой ник с третьего сервера. А, ну что ж, давайте подводить итоги. А, вот, собственно, этот ролик. Выложил его 11 ноября, ну, 3 недели прошло с момента запуска розыгрыша. Здесь уже 30 лайков, 177 просмотров и 87 комментариев. Подводить итоги я буду с помощью программы Aliza On Air. Прямо при вас копирую эту ссылку. Вставляем вот сюда. И нажимаем на данную клавишу. Вот здесь уже выбило статистику. Я, кстати, первый раз здесь провожу итоги розыгрыша. Поэтому, так, давайте попробуем. Список победителей, я так понимаю, надо нажать. Нет, мне повезет, надо нажать, да? Для работы с сервисом необходима топ авторизация. Так, сейчас авторизуемся. Ага. Так, ну что же, я авторизовался. Давайте попробуем подвести итоги. Да. Итак, список победителей в YouTube-конкурсе от Range 3 восьмерки. Нажимаем на эту клавишу. Это какой-то 1-87 у нас комментариев. Да, 87. Поэтому здесь надо поставить 1 от 1 до 87. И нажать на... Блин, это что, платная программа Aliza On Air? Я поэтому рандом выбрал. Я пока не хочу там подписку оплачивать. А раньше вроде было бесплатно. Да. Но время идет. Так, а что, блин, ты здесь хочешь? Давай, короче. Всем удачи. 47. Так, давайте посчитаем 47-й комментарий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Таир Хан, ты здесь профлудил, и твой комментарий оказался 47-м. Ну, давай тогда. Ух ты, ладно. Поздравляю тебя, ты у нас выиграл. И я сейчас прикреплю ссылку на мой Discord, либо группу канала ВК, для того, чтобы он мне мог написать, когда ему удобно забрать приз. Он там может и здесь отписать, но вдруг я в это время не смогу. Или же на Discord сейчас оставим ссылочку. Пусть он мне отпишет, я ему передам приз. Все, я ему написал, отпиши куда-нибудь сюда и скажи, когда сможешь забрать приз. Вот так вот. Так, ну и второе место, кто же нас заберет еще остальные 4 ляма? Давайте это узнаем. 37-й комментарий забирает у нас второе место. И давайте посчитаем, это, наверное, опять Таир будет с ником ID. Но давайте проверим. 37-й комментарий. Нет. Хочу выиграть ник PetPed YouTube. Хорошо, братан, поздравляю тебя. И здесь Таир желает удачи. Так, давайте ему отпишем то же самое. А вот
такую вот фразу. Короче, отпишитесь также у меня в этом в комментариях под этим роликом. Спасибо, что участвовали в розыгрыше. Жду вас, когда вы мне отпишете, когда сможете забрать приз. Ждите новых розыгрышей, новых серий, ждем обнову на смотри. Скоро Новый год, может, обновят работу скоро и будет прикольно. Всем удачи, всем пока.